Я сегодня хочу делиться с тобой словом. Я назвал его очень просто. Побеждай зло добром. Все просто. Спасибо. Аллилуйя. Я сегодня буду говорить о том, что мы должны побеждать всякое зло добром. И на самом деле нет другого пути. Каким образом мы могли бы изменить ситуацию. И первое Писание, я хочу, чтобы мы открыли это послание Римлянам. Давайте откроем. Послание Римлянам, 12 глава. 18 стих будем читать. Не пугайтесь, я еще раз говорю, я в новом переводе читаю, все хорошо. Коль, можно еще чуть-чуть, чтобы было движение воздуха очень душно? Немножко, 10 минут. 18 стих. Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь написано, предоставьте месть мне, я вас дам, говорит Господь. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему питься. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. И 21 стих будет основным. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я еще раз говорю, что Божье Слово говорит о том, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это, знаете, очень серьезная тактика. Я когда-то думал, когда я только обратился к Богу, и, знаешь, Писание, оно много говорит о том, что, ну, что мы должны делать добро людям. И ты знаешь, первая мысль приходит о том, что христианская религия, она является, знаете, религией для слабых людей. Да? Вот, делай добро всем, не воздавай злом, и ты думаешь, вот я такой, я какой-то весь потерпевший буду. Как Володя сказал сегодня, не библейский язык. Но ты знаешь, мы должны что-то понимать, мы должны осознать причину, почему Бог нам говорит себя вести, если у нас есть какие-то проблемы, если кто-то нас не любит, ненавидит, там, сопротивляется нам. Есть определенные причины, почему Бог говорит нам вести себя таким образом. Все не просто так. И поверьте, что когда Господь нам что-то говорит делать, Он заботится о том, чтобы Его народ был в благословении. Аминь. И я хочу, чтобы мы пошли дальше и открыли Галатам. Послание Галатам. 6 главу. Для того, чтобы разобраться, почему, в чем смысл того, что говорит нам Бог. Седьмой стих 6 главы. Написано следующее. Не поддавайтесь заблуждению. Никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природы, пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет жизнь вечную. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем жатву с посеянного. Поэтому, пока есть возможность, будем делать добро всем, а особенно нашим братьям по вере. Интересная истина. Почему Бог призывает нас делать добро даже тем, кто нам делает зло? Почему? В чем секрет? Ты знаешь, секрет очень прост. Истина заключается в том, что
закон сеяния и жатвы, он никогда не прекратится, так говорит Писание. Понимаете? Закон сеяния и жатвы, он никогда не прекратится. И смысл заключается в следующем, что когда ты отвечаешь злом на зло, когда ты пытаешься что-то сделать в отместку человеку, который сделал тебе что-то злое, ты производишь посев. Аминь. Ты производишь посев, и все равно ты потом пожнешь это же самое. Вы понимаете? Бог нас хочет вовлечь в правильную жатву. Очень важно это понимать. Вот в чем смысл. Бог не хочет, чтобы его народ он был унижен. Бог не хочет, чтобы его народ выглядел как-то, знаете, странно в этом мире. Нет. Бог открывает своему народу принципы. Бог открывает своему народу правильные принципы. Есть множество людей, которые живут в постоянном сеянии и жатве зла друг другу. И не могут понять, каким образом вырваться из этого состояния. Но Писание говорит нам, послушай, единственный способ пожать что-то доброе от кого бы то ни было, это прежде посеять его жизнь добро и подождать, пока оно взойдет. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю простые вещи. Я говорю простые вещи. Если ты хочешь что-то получить от кого бы то ни было, ты должен это сразу в него посеять. Согласитесь, мы очень нетерпеливые. Аминь. Мы хотим быстрой жатвы, мы привыкли. Мы привыкли, сейчас все пестрит, да, там, вложи деньги, там, через короткое время ты все получишь. Все будет очень быстро, все будет хорошо. И в этом заключается заблуждение. Понимаете? В этом заключается заблуждение. Никогда не бывает все вот так быстро. Если ты хочешь что-то получить хорошее, классное, знаете, благословенное, не получится быстрой жатвы. Мы должны согласиться с этим. Аминь. Божье Слово говорит, что пройдет определенное время. И только тогда мы пожнем. Братья и сестры. Писание говорит, что только добром можно победить зло. Только добром можно что-то изменить. Если мы начинаем воевать со злом, с помощью зла, это заводит нас в тупик, знаете, в такой замкнутый круг. И нет выхода. Если в семье жена, она делает зло в ответ на зло мужа, это бесконечное сеяние и жатва. Это ведет к разрушению. Послушай, ну если ты все просто, если ты хочешь что-то доброе, пожать от кого бы то ни было, тебе нужно сразу это посеять. И ты знаешь, что мне нравится в этом всем? Что не человек обещает воздаяние. Вы поймите, что не человек несет ответственность за воздаяние. Потому что зачастую множество людей, они что-то ждут от человека. Но ты всегда будешь разочарован, я тебе скажу так. Ты всегда будешь разочарован. Но я хочу, чтобы ты понял вот этот принцип. Бог, вот это одна из его божественных функций во Вселенной. Вы знаете, у Бога есть несколько функций. Он сам все создал и сам себя покорил под определенные духовные законы. У каждого есть свое предназначение, функция. У Бога, у человека, у ангелов, у животных, у неба, у звезд, у луны, у солнца, у всего есть свое предназначение. И вот одна из функций Бога – это следить за тем, чтобы все получили по заслугам. Серьезно? Вот тут в Римлянах там сказано, он говорит, я отвечаю за то, чтобы каждому человеку воздалось по заслугам. То есть то, что человек сеет, он обязательно это пожнет. И Бог, не человек, Бог отвечает за эту жатву. Аминь. Мы должны понять вот эти вещи все. Невозможно с помощью зла победить зло. Послушайте, кто
такая поговорка, знаете, но она не является правильной. Такая есть поговорка: клин клином вышибают. Кто слышал? Я тебе заявляю истину, она не является библейской. Понимаете? Она не является библейской. Писание говорит так: не может сатана изгонять сатану. Конечно же, там речь идет немного о другом, но я хочу, чтобы ты понял сам смысл вот этого всего. Невозможно зло победить зло. Невозможно что-то изменить с помощью зла. Писание говорит, что только делая добро, только делая добро, мы можем что-то вообще, что-то поменять, и все может измениться. Аминь. Ты знаешь, интересно, мы в четверг у нас, ну, такое, у меня дома мы с братьями молились, и у меня в сердце появилось такое, ну, понимание или желание, я не знаю, знаете, мы постоянно бежим, посылаем миссионеров везде, порассылали всех, и зачастую забывают за наш родной, любимый город Геническ. Забывают, правда? Забывают, и мы тоже забываем, и вы забываете. Но я понял такие вещи, что Бог, Он призвал нас также к тому, чтобы и этим людям дать ответ на нужду спасения в этом городе. Ты знаешь, и я тебе рекомендую, если у тебя где-то не хватает клетки, по-украински говорю, начинай просить у Бога. Писание говорит так: если ты чего-то не понимаешь, просто проси у Бога мудрости. Я постоянно это делаю. Серьезно. Ты знаешь, и Бог, Он открыл что-то в мое сердце. Я говорил: Господь, мы с братьями вместе молились и говорили: Боже, каким образом пробить просто вот эту ужасную твердыню в этом городе? Каким образом сделать так, чтобы люди, они начали воспринимать церковь? Я получил ответ, очень классный, простой ответ. Через добрые дела. Интересная мысль. Через добрые дела. Делая добро. Делая добро, мы можем пробить стену неверия. Только лишь делая добро, мы сможем пробить, вот, изменить саму атмосферу или отношение народа к церкви. Аминь. Это касается, эта истина, она касается всех уровней отношений, братья и сестры. Это касается план, это касается неверующих и церкви. Это касается проблем в семье. Понимаете? Это касается проблем в отношениях между людьми в самой церкви. Невозможно изменить, вот невозможно соединиться или убрать неправильные отношения посредством зла. Невозможно. Понимаете? Я также, у меня были, знаете, и постоянно есть какие-то проблемы, вопросы, кто-то меня не понимает, и я всегда молюсь и говорю: Бог, как мне быть? И когда я молюсь, у меня уже, знаете, я уже вытаскиваю духовный меч. И человеческая мысль первая — всем отрубить голову. Помните, мультик такой был про эту коза, которая деньги забыл. Кто-кто? Золотая антилопа, прекрасно. И там был один мужик такой. И там один был мужик, он постоянно цеплялся к этому падишаху, говорит: можно я отрублю ему голову? Давайте отрубим ему голову. У него постоянно была навязчивая идея отрубать голову этому герою. Ты знаешь, и зачастую вот так мы выглядим. Если какой-то вопрос, какая-то проблема, я за себя говорю прежде всего, у нас первая мысль — отрубать голову. Ну, я говорю образно, вы понимаете меня или нет? Мы не рубаем голову никому, по-настоящему. Только в духе. И у нас первая мысль, если какая-то проблема в отношениях мужа и жены, проблема в отношениях членов церкви, проблема в отношениях церковь и город, у нас первая мысль — война, нужно всех уничтожить, всех спалить.
крестовый поход. Мы все крестоносцы, где-то, хотел сказать, в духе, но это не в духе, а в плоти. Вы понимаете, о чем идет речь? Да. И у меня вот тоже были такие моменты. Кто-то, человек, вот у меня, я не буду называть имена, но у меня недавно была ситуация. Я человеку сказал определенные вещи сделать, он это не сделал. И я сижу и думаю, как мне реагировать на это все. И у меня внутри сразу, знаете, глаза наливаются кровью. Все, надо рубать голову. Слава Богу за Святого Духа. Представьте, мне вот Бог в сердце говорит, сделай вот эти добрые вещи для этого человека. Ничего не говори, не упрекай, не проклинай, не ссорься. Вот просто сделай вот этот поступок, вот просто для этого человека. Я это сделал, все изменилось. Все договоренности, они восстановились, и все стало по-другому. Представьте, все стало по-другому. Добро, оно имеет способность проломать вот эту стену ненависти друг к другу, обольщения, лжи, добрые поступки. Я привез с Москвы, мы были с братьями в Москве, там была такая, знаете, семинар Ульф Эхман, он там проповедует о церкви. Я их привез, но я их не видел, у меня их кто-то взял, и, короче, мне все рассказывают, какие-то классные семинары, я не могу понять, где они находятся, но все их слушают, я тоже хочу их послушать. Сейчас только найду концы, которые в воду бросили. Но дело не в этом. Представьте, и этот пастор, он там говорит такие интересные вещи. Он говорит, это Швеция находится, он говорит такие вещи. Братья и сестры, мне Бог дал повеление. Все там, вау, какое повеление. Что будем делать дальше? Он говорит, мне Бог дал повеление построить для города спортивный комплекс. Такой бассейн там, все. Представьте, все раз, в чем дело, в чем идет речь? Это он говорит, Бог ему проговорил сделать вот такой добрый поступок просто для города, вот так сделать это. Бесплатно сделать такой центр, там бассейн, спортзал, и просто, ну понятно, что мы сейчас такого не сделаем, у них там все как-то с этим проще. Но смысл не в этом, смысл заключается в том, что Господь показывает путь, каким образом можно сломать вот эту стену непонимания, стену лжи, стену клеветы, стену разрушенных отношений. Вы понимаете, о чем идет речь? Это касается всех уровней взаимоотношений в семье. Послушай, если у тебя ужасные отношения в семье, спрячь свой меч. Спрячь свой меч, останови свой крестовый поход. Не нужно свою жену сжигать на костре, как еретика. Не нужно. Это ни к чему не приведет хорошему, а только к злу. Послушай, единственный способ, каким образом разрешить вот эту ужасную ситуацию, это сделать добро. Если у тебя проблемы в отношениях друг с другом, ты просто, вот просто какой-то ужасный человек появился в церкви, Бог его так же спас, как и тебя с ним, ну просто как кошка с собакой. У кого есть такие? Ну признаетесь. Вы признаете, что вы. Все было. У кого есть любимые братья и сестры? Поднимите руки. Ну не обманывайте, у всех есть. Я же знаю, я же такой же сам. Послушай, и вот эту стену можно сломать одним способом. Добрыми делами. Добро. По сути, знаете, что происходит? Давайте мы прочтем. Это 1 Петра. Миллиард раз мы читали это место из Писания. 1 Петра, 2 глава. Двенадцатый стих. Я читаю. Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас,
называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения. Интересно. Ты знаешь, ты должен понять вообще состояние твоего врага. Ну, я так образно говорю. Ты должен понять, что внутри твоего врага, для того, чтобы победить, вот как-то разрушить эти неправильные отношения по отношению церкви города. Я еще раз говорю, ближних церкви, муж и жена, ты должен понять, что твой враг, в кавычках, переживает по отношению к тебе. Знаешь, что он переживает? Он думает, что ты чудовище. У кого такое было? Вот когда кто-то вот где-то там тебе перешел дорогу, ну что ты думаешь? Чудок, ужасный человек. Просто чудище. И сколько бы этот человек тебя не переубеждал в обратном, ты в это не веришь. Согласитесь. Люди вне церкви, они думают, что тут вообще такое творится. Они думают, это ужас просто. Это что это за такое собрание? Они находятся в таком состоянии. Брат или сестра, с которыми у тебя конфликт, он находится в неправильном понимании вообще того, кто ты на самом деле. Он думает, что ты вот какое-то исчадие ада. Некоторые мужья и жены так думают друг о друге. И такое бывает. Послушай, здесь... Вот в этих ситуациях слова не помогут. Единственный способ, каким образом ты можешь изменить неправильное мнение человека или общества против тебя, Писание говорит, просто делай добро. Простые вещи. Просто делай добро. Просто делай добро. Я слышал свидетельство тоже. Один пастор есть, он в Армении, Симонян. Чем рассказывал историю, где-то он на конференции говорит, как он приобрел какого-то там парикмахера, что-то подарил ему просто ножницы. Ножницы подарил. И человек просто был в таком восторге. Его мнение полностью изменилось вообще по отношению к церкви. Вы можете понять, о чем я говорю? Я на самом деле, я просил Бога, говорил, Господь, дай стратегию, каким образом можно переломить в нашем городе вот это, ну, все, что сатана построил в умах людей в отношении к нам. Мы-то ведь неплохие на самом деле, правда? Мы же хорошие, мы же классные, но они думают, что мы ужасные. Как им это переубедить? Кто-то говорит, надо проповедовать. Но слова не всегда действуют. Добрые дела, добрые поступки. Просто делание добра, оно сламливает вот эти стены. Оно просто ломает стены непонимания друг с другом. Очень важно понять это. Давайте еще прочтем. Матфея, 5 глава, это же параллельное место о наших поступках. Матфея, 5 глава. Прочтем. 16 стих. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Братья и сестры, добрые дела, они не могут никого спасти. Вы знаете, кто может подтвердить это? Есть один путь спасения, это Евангелие. Иисуса Христа. Это проповедь о Голгофском кресте. Дорогие, но зачастую сердце человека, оно сокрыто за такими ужасными заборами,
за такими твердынями, что когда ты просто проповедуешь слово, когда ты просто проповедуешь слово, оно не достигает своей цели, оно не проникает в сердце человека. Потому что там все закрыто из-за неправильного мышления в отношении тебя, из-за какой-то клеветы, из-за чего-то неправильного. Послушайте, я никогда не буду проповедовать о том, что мы можем спасти человека через какие-то добрые дела, делая для него. Добрые дела – это трамплин для проповеди Евангелия. Добрые дела – это трамплин для того, чтобы достучаться в сердце человека и принести ему Слово Божье. Понимаете? Многим людям в церкви нужно наставление. Но, ты знаешь, я смотрел, ну, в церкви есть проблемные люди. И когда кто-то им начинает проповедовать вот на то состояние сердца, которое у них есть, вот оно не работает. Знаете, вот вроде бы человек говорит правильные вещи. Ты там должен, ты там негодяй, такой должен поменяться, то, сё, третье, десятое. И человек, которому проповедуют, он не воспринимает это. Он просто не принимает. Что делать? У человека сложились твердыни, стены. Нужно делать следующее. Нужно пробить эти стены посредством добра и после этого принести в его сердце истину Божью, которая даст ему изменения. Понимаете? Вы понимаете связь между добрыми делами и проповедью слова? Мы в любом случае, мы обязаны говорить людям о том, что они грешны. Мы не можем молчать. Но я еще раз говорю, что если это делать вот просто вот так, ты там такой сякой. Но если ты сломал преграду посредством добрых дел, и потом ты ему говоришь, друг, ты ужасно живешь. Тебе нужно вот это поменять, или тебе нужно принять спасение. Хорошо. Еще прочитаем несколько мест из Писания. Притчи, 21 глава. То же самое в отношении в семье, послушайте. Ну, чисто одной морали мне, ну, ничего не изменится, поймите. Для того, чтобы читать морали, ну, это в принципе неплохо, но должно быть... должны быть поломаны стены друг и друга. Понимаете? Когда друг говорит другу, это одно. Поймите. Притчи. 21 глава. Тут, конечно, в современном переводе такой язык своеобразный, но ничего. 14 стих. Смотрите, вот просто давайте просто поразмышляем и уловим принцип. Дай мне подарок, как у вас написано? Утешает гнев, да? Тушит гнев. Мне больше нравится здесь в синодальном переводе. И взятка, скрытая под плащом, лютую ярость. У вас там дальше написано. Но я хочу, чтобы ты понял сам принцип. Понимаете? Добрые дела, они могут потушить просто, знаете, вот ужасный конфликт. Добрые дела, они могут потушить ужасный конфликт в любых отношениях. И это станет открытой дверью, если нужно для того, чтобы нести какое-то слово. Братья и сестры, возьмите вот этот принцип себе. Послушай, если ты, допустим, ты жена, и ты хочешь как-то донести своему возлюбленному, чтобы он не ставил свои носки посередине комнаты. Учу.
ты должна заколоть теленка, пожарить его, замесить 3 саты лучшей муки. Ты должна просто, я не знаю, привести себя в порядок. Все, вот, все вот это сделай. И в тот момент, когда все преграды между вами рухнут, ты можешь ему об этом сказать. Записывай. Это на ходу твоя милость. То же самое касается мужчин и женщин. Серьезно говорю. Я понимаю, что нужно говорить слово, но если это слово будет сказано при наличии стен друг с другом, это просто бесполезная трата времени. Пару примеров приведу. Таких. Примеры восстановления отношений. Кто помнит, кто такой был Иаков? Иаков. Иаков, помните? Он там сделал одну подлость своему брату Исаву, помните, да? И тот его хотел убить. И когда он уже возвращался обратно, брат его ждал с огромной любовью, я думаю. И он уже приготовил, там у него было 400 ребят, которые также любили Иакова. И они все ждали его с таким, знаете, радушным приемом. Тут еще говорит, у них мечи были, ну я не знаю, зачем мечи были. Не знаю. Должны быть цветы, вроде бы. Но что-то у них мечи были, по-моему, мечи. Но я думаю, что Иакова ждал там такой классный прием. Ну смотрите, мудрый человек. Перед этим он помолился. Бог ему что-то открыл, слава Богу. И помните, что он сделал? Послал что-то. Не Исава послал. Он сразу послал. Нет, он не послал. Он Исаву послал подарки. Да. Вот он в чем дело. Вы помните, да? И вот, вот этот жест такого радушия и щедрости, он просто что-то сломил в сердце Исаава. И потом он уже пришел, и потом он уже начал там что-то извиняться и говорить. Понимаете? Простые вещи. Для нас огромный пример это Иисус. Мы тоже не будем открывать, это Иоанна 10:32. Там Иисус говорит такие слова. Я много для вас показал добрых дел. Кто помнит? Давайте откроем. Все-таки откроем. Иисус является для нас примером. Иоанна 10:32. Я хочу вот сконцентрировать твое внимание. Но Иисус сказал им, 32 стих, я показал вам много добрых дел от Отца. Оказывается, мы сейчас не будем говорить о том, что там фарисеи, все, не в этом суть. Но я хочу тебе сказать, что Иисус, который является для нас примером, Он делал добрые дела. Добрые дела. Он делал это. Иисус. И если Иисус это делал, то нам это тоже надо делать. Послушайте. Единственный способ открыть человеческое сердце, которое закрыто через добро. Через добро. И последнюю мысль я хочу сказать. Это, ты знаешь, бытует иногда такое мнение, что Бог призвал нас делать добро только в церкви. Но это не так, потому что 5 глава Евангелия от Матфея, там Иисус говорит о своем отце, помните? Который посылает дождь, как там сказано? На злых и добрых. Бог посылает благословение и на тех, и на тех. И в Галатам, 6 глава, 10 стих, там тоже Павел он делает такое серьезное заявление. Делать добро всем. Кто читал это? Делать добро всем. Это прямой призыв.
апостола Павла. И там сказано, а наипаче своим поверь. Да. Но первая часть стиха, она говорит, делай добро всем. Послушайте, я еще раз хочу, чтобы ты понял это. Я не хочу сказать ни в коем случае о том, что добрые дела без обличения этого мира о грехе и без того, чтобы указать им на путь прощения, который есть Иисус, добрые дела они не помогут никому. Братья и сестры, есть единственный путь спасения для этого мира – покаяние и обращение Господу Иисусу Христу. Но добрые дела, добрые поступки. Точно так же есть, ну, есть множество людей, для которых нужно просто в каких-то моментах своей жизни смириться перед Божьим Словом. И другого пути нет. Многим людям надо покаяние. Но я еще раз говорю, что добрые дела – это ключ для того, чтобы открыть сердце и потом принести то Слово Божье, которое нужно этому человеку. Аминь. Давайте будем молиться.